И снова всем здравствуйте. Лезу в косогор. Фух. Уже устал, вспотел весь. Вроде недалеко. А на следующий год будет еще тяжелее, наверное. Фух. Забрался почти. Мы тут немножко сушняк собираем. Я говорю, тут мы немножко сушняк собираем. Вот в этом сосновом лесу. Вот напилили уже маленечко. Уже раз сходочку сделали. Почистим сейчас здесь это все. Вон ту сушинку соберем маленькую. Вот эту вот. Это большущая сильно, нам такую не надо. Вон какая лежит. Дров в лесу целая пропасть. А люди дома срезку выписывают. Ну и пусть выписывают. А нам так лучше и удобней. Мне дрова 100 лет не нужны. А кенту я помогу. Помаленечку, потихонечку. Ну и мудро заготовим на зиму. Трещать будут в печке в банной. Хорошо. Вот такой лес здесь. Там Паша у нас костер должен забодяжить. Мы сегодня еще чайку попьем. Хорошего чайку сегодня. Сегодня мы чай будем пить. Просто Иван-чай. С добавлением... Даже не шиповника, а чайные розы, бутоны. О, как вкусно будет у нас. Вот такие дела. Ну ладно, пойду еще отнесу вон те 2 штуки. И начнем дальше пилить. А вот и друган Вован у нас тянет, которому никакие горы, никакие косогоры не мешают. Он их просто щелкает. Если нет косогора, он его находит. И ему все бары дер. О, пойду калинки бахну. Калинки бахнуть — это святое. Вкусно. Я же говорил, сразу возьмется за тоненькую. Потому что там толстенькие, зачем? Сразу в печку наложил чурочек этих, и долго гореть будут. О, Паха у нас уже там бодяжит. Костерочечек. Сейчас мы чайку придем, уже чаек будет готовый. О, схватил уже доски. Доски. Не доски, чурки эти. Потащил. Я говорю, у него это. Нету слова такого, что. Дай помогу, дай покидаю, дай помогу, дай сменю. Он не понимает этого. Если он взялся, все, это он будет копать, не перекопать и без остановок вообще. Ну вот, и тут зайка бегает. В этом году зайцев я больше вижу, чем в прошлом году. Куда-то. О, мышки. Мышки пригили. А тут что? А тут или собака, или лиса ходила уже.
Так, калина. Мимо нее нельзя проходить. Угу, вкусно. Вот он. Все. Вот он гулял здесь. Пасся. Вот тут целая тропа у него. Туда-обратно поскакал. Пусть живет. До рябинки дойти. Все, идем по следам зайцев. Иди сюда. Ням-ням. Все, за зайцем не пойду. А тут за ним собака бегала. 100%. Вот она. Калинки сколь. Птички съедят. Зима большая у нас. Ну вот она рыжая точно, 100%. Выгуливалась. Бестия. Мышковала здесь. Ничего, разберутся. Сушенку захватил. А что не затолкали? О, сейчас мы туда опускаем чаек наш. Все, пусть настаивается. А шпион что творит? Вон он где прячется. Фотографирует он нас тут втихоногу. Это чай будем пить. Это у нас тут заготовка дров немножко. Костер чуть-чуть горит. Там камазы ходят. Природу портят гады. Чаек уже туда закинули. У нас чай будет. Иван чай, чайная роза. Чайная роза. Шиповник. Ну, чайная роза, одним словом. Садовая такая большая. Красивые такие цветы. А там Вован ходит, прячется. Сегодня у нас хорошо, тепло. Дровишек наваляли. Ой, спасибо какое большое государство. Сушняк разрешили брать. В рот мне ноги. Традиционный пирог Пашин. Каждый раз он его с собой берет. Нет, каждый раз разный. Разный каждый раз? А этот с чем?
этот, яблоки с черноплодкой. Во как, яблоки с черноплодкой. А мы прошлый кон что делали? С вишней ели. Да. А перед этим что ели? Обычно с вишней. Нет, последний раз был в Виктории с черноплодкой или с иргой. Во как. А у тебя с чем? А у меня с маслом, с сахаром. И все? Я думаю, вкусный будет. О, как... Нет, так сфотографируй и выпивай. Ням-ням. Вот такой чаек получился. Зелененький, красивый. Есть прикуску, а ты в прищелку. Щелкнешь, запил. Щелкнешь, запил. Это что такое здесь? Ешь, это все уже прошлогоднее пропало. Куда? Ну, не выкидывать же. Просрочка. Вот туда КамАЗы ездят, там они засирают природу. И мы тут бессильны. Если все вышли бы. А кто куда выйдет? Никому ничего не надо. Вон зайка удрал, еще один. А, скорее всего, один всего здесь бегает. Кали дрова, руби дрова, гони всех нахрен со двора. Мы были там. Чай пили там. Дрова рубили там. А сосеночки какие хорошенькие сделались. А вон шишек много. Видно. Отсюда даже. А что их не собрали-то? Высоко, что ли? Вроде не очень. Хвои буду набирать. Сейчас попозже. В декабре где-то. Она самая будет такая добрая. И все витаминчики будут. Буду чаек пить. У меня пока есть. Ну вот так примерно мы выгулились.